Всем привет, с вами Зонг, миссия «Вверх по каньону». Честно говоря, давненько уже проходил эту арктическую кампанию, и мне почему-то сложилось такое впечатление, что она какая-то вся забагованная в скриптах. Ох, надеюсь, я ошибиться в этом. ФВВ «Виктор» закрепился на плацдарме, у входа в каньон начинается движение по каньону наземных сил и освобождение острова. От кого? Точнее, кого освобождать? Полетное задание. Звено «Фокстрот» составит 4 истребителей сопровождать танковую колонну «Дельта». Вот этот истребитель. Шняга. Лучше циклона нету ничего. Просто что, ракеты ли брать или не стоит? Не знаю. Да как они там все умещаются-то? Логики-то нету. Или он должен был раза в 3 больше быть тогда по размерам? Может, лучше бы убрать ракеты неуправляемые? Куда вот эта дура в каньон лезет, а? Сумасшедшая. Посадку разрешаю!
задачи изменились. Отлично сработано. Истребители догорают. Работайте по земле. Ну, это сами долбайте. Это флот Вика. Великолепно. Так он выглядит намного лучше. Движемся. Задачи изменились. Точно могу! Азову, смотрю, не очень-то двигается. Наверное, в снегу застряли. Засранцы. Что это за скорость? Я же два раза остров этот облететь смогу вокруг. Пока не доедут. Транспорт, походу, был чем-то взрывоопасным начать. Итак, смена картинки, потому что в той миссии ничего не получилось. Сейчас хотя бы танки пошли дальше. Я сменил самолет на более штурмовый вариант. Это Вольф. Зачистили порядок.
Да, не так уж и далеко, мы зависли. Наконец-то. Мы сильно продвинулись по каньону на север, несмотря на попытки врага помешать нам. Уничтожен импровизированный укрепрайон, созданный виллианцами из упавшего воздушного авианосца. Неплохая работа. Схема этого боя должна быть положена на основу учебно-тренировочных боев. Тренажерная. Надеюсь, мне не придется повторять то, что только что озвучено. Белевая. Не кажется ли вам, что пора поменять белье героям? Все, кто всего и различного рода суеверий, отказываются менять белье, должны предстать перед моим ясным взором в четверг, лучше с утра, лучше после молитвы. На этой ноте мы с вами прощаемся. Итак, серия получилась очень длинная. До встречи.